Привет, друзья! Рад видеть вас на моем канале. Сегодня на повестке дня обзор наушников Fifine H6. Разберем, что в них особенного, какие у них плюсы и минусы и стоит ли их покупать. Так что устраивайтесь поудобнее, ссылки на товар, как всегда, в описании. Поехали! Наушники Fifine H6 не просто радуют слух, но и приятно удивляют своим дизайном. Оголовье тут настоящая находка. Выполненное из прочного металла, оно шире стандартного, что обеспечивает отличное распределение веса. Это значит, что наушники плотно сидят на голове, но при этом не давят и не вызывают дискомфорта. Так что можно забыть о надоедливых поправлениях во время игры или работы. Амбушюры с толстой подкладкой словно обнимают ваши уши, равномерно распределяя вес наушников. Интересно, что оголовье и подушки покрыты кожзаменителем, который не только выглядит стильно, но и пропускает воздух лучше, чем многие тканевые покрытия. Это значит, что даже после нескольких часов использования вы не почувствуете усталости или перегрева. Идеальный вариант для долгих игровых сессий или работы. А на концах оголовья расположены небольшие выступы, которые добавляют наушникам устойчивости и позволяют легко регулировать размер. Причем сделать это можно всего одной рукой. Мелочь, а приятно. И не забудьте заглянуть в описание под видео, там вас ждут ссылки на проверенные магазины и специальный промокод, который поможет вам сэкономить на покупке этих наушников. Наушники Fifine H6 могут похвастаться рядом крутых особенностей, которые делают их отличным выбором для геймеров и не только. Начнем с того, что USB-соединение здесь настоящий мастер на все руки. Подключаясь напрямую к ПК, оно снимает нагрузку с материнской платы, что не только снижает уровень электрических шумов, но и обеспечивает более чистое и качественное воспроизведение звука. Это особенно заметно при общении в голосовых чатах или во время стримов. А если у вас под рукой есть подходящий USB-адаптер, то и мобильный гейминг можно вывести на новый уровень. Звук станет четче и насыщеннее. Конечно, не обошлось и без одной из самых востребованных фишек – объемного звука 7.1. Возможно, стандарты и могут вызывать вопросы, но как только вы включите эту функцию на Fifine H6, вы сразу почувствуете разницу. Пространственный звук позволяет не только лучше ориентироваться в игре, слышать приближение врагов, но и добавляет глубины к вашему аудиоопыту, делая его более реалистичным. Закрытый дизайн наушников, кстати, не создает эффекта бочки. Звук словно расширяется и наполняет ваше пространство. Для истинных ценителей качественного звука предусмотрены три режима, между которыми можно переключаться в зависимости от того, чем вы заняты – игрой, прослушиванием музыки или просмотром фильмов. В игровом режиме акцент делается на низких частотах, чтобы вы чувствовали каждую деталь боя. В музыкальном усиливаются высокие частоты, давая возможность услышать каждую ноту. А при просмотре фильмов звук становится сбалансированным и многослойным. Интересно, что эти режимы можно использовать и нестандартно. Например, в музыкальном режиме усиливается восприятие местоположения в шутерах типа CS:GO. А в режиме просмотра фильмов Forza Horizon 5 обретает еще больше драйва благодаря глубокому саундтреку. Микрофон на Fifine H6 тоже достоин внимания. Он не просто гибкий и съемный, но и отлично справляется с задачей передачи вашего голоса. Его положение можно легко отрегулировать, чтобы скрыть возможные недостатки звука и добиться естественного звучания. Благодаря этому ваше общение в игре будет всегда четким и разборчивым. Так что если вы ищете универсальные наушники с крутыми функциями и гибкими настройками, Fifine H6 могут стать отличным выбором. Я тщательно изучил отзывы владельцев наушников Fifine H6 и собрал для вас ключевые плюсы и минусы, чтобы вы могли лучше понять, что ожидать от этой модели. Начнем с недостатков. Подсветку не выключить. 7.1 просто маркетинг. Нет сменных амбушюр. Летом ушам жарко. Теперь перейдем к тому, что пользователи оценили больше всего. Съемный микрофон. Работают через USB. Хорошо сидят. Длинный провод. Дизайн. Кнопка выключения микрофона. Чехол в комплекте, шумоподавление, три режима работы. Ну вот и все на сегодня. Спасибо, что досмотрели до конца. Напоминаю, что ссылки на проверенные магазины и специальный промокод ждут вас в описании под видео. Обязательно пишите в комментариях, что думаете о наушниках Fifine H6 и делитесь своим опытом. Если вам понравился обзор и хочется увидеть больше таких видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До новых встреч, друзья!